Ух, и снова я, Александр Криволак, печенеги. Ребята, сегодня 12 февраля 2019 года. Это тамарикс, или бисерник. Я сейчас нарежу однолеток, веточек однолетних, и поставлю в воду, чтобы веточки пустили корень. Что из этого получится? Мы посмотрим. Я продолжу потом видео. 12 февраля 2019 года. Нарезал однолетних веточек с бисерника или тамарикса. И попробуем вырастить. Что из этого получится, узнаем позже, когда веточки пустят корень. Сколько веточек нарезал? Не будем считать, потому что плохая примета. Когда корень появится, мы продолжим этот видео. Ребята, сегодня 20 марта 2019 года. Здесь я ставил 12 февраля 2019 года тамарикс, или бисерник, как его еще лучше назвать, чтобы он пустил корень. Ставил водичку. Ну, не получилось. Ай-ай-ай. Видите? Беленькие, кореньки. Ай. Тыкой-тыкой-тыкой. Вот так. Так что корень меня спустил. Тамарикс хорошо пускает корни. Он где-то в течение 3 недель и корень пустил. Был маленький-маленький корень. Но я ждал, все выжидал, чтобы корень был больше. Теперь я посажу этот тамарикс в землю, в стаканчике. А когда наступит тепло, я посажу его в открытый грунт. Сегодня 20 марта 2019 года. Ребята, посадил я 13 веточек тамарикса, которые пустили корень. Я срезал 16 веточек однолетних. Трое, вот, три веточки корень не пустила. Так что берите смело, срезайте однолетние веточки. Даже можно сейчас тамарикса или бисерника, как его еще лучше назвать, ставьте в воду, делайте так, как я, и вас корень пустит. И сажайте в стаканчики. Не пугайтесь, листочков пока нет, но листочки будут со временем. Или же пойдет с земли росточек тамарикса. Но веточки должны ожить. Они живые. Так что все будет хорошо. Когда будет на улице тепло, прогреется, я буду высаживать в открытый грунт. А посадим мы на улице, за двором, возле дороги. Ну все, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволак, печенеги. Так что тамарикс можно вырастить из веточек. Ребятка, сегодня 25 марта 2019 года. Вот мой тамарикс принялся и начал пускать побеги. Вот, вот зеленая, вот зеленый, вот, вот это. Так что, кто хочет вырастить себе тамарикс, берите однолетние череночки, ставьте, делайте так, как я, и у вас все получится. Когда на улице станет теплая погода, я буду заветривать мой тамарикс, и когда
заветрю, ответрю и буду высаживать на постоянное место жительства, чтобы был, будем наводить красоту. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривова, Печененьки. Так что эксперимент, можно сказать, удался. Но эти еще, которые еще не проросли, они прорастут, веточки. Ведь прошло только 5 дней. Только 5 дней прошло, когда я поставил, посадил в стаканчике тамарик с корнями. Ну все, пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривова, Печенье.